Попросил подписчика из Павлодара озвучить, проверить информацию о том, что пограничный столб снесли в городе Павлодаре. Вот спасибо этому подписчику. Он снял, скинул мне свежее видео. Одно только сожаление вызывает, то, что снесли этот памятник тихо, без пафоса, без новостных заголовков. Вот обещаю, даю клятвенное обещание нашим акиматовским работникам, акиму Павлодарской области, акиму города Павлодара, если они выпустят официальное заявление по поводу сноса этого пограничного монумента Советскому Союзу с гербом СССР, если они официально его снесут, я удалю все свои видео с критикой в их адрес. Обязательно. Ну, а пока вот поздравляю павлодарцев, казахстанцев, выражаю благодарность акимату города Павлодара, что они сделали все-таки это, но хотелось бы, чтобы это было официально озвучено властями государства под названием Республика Казахстан. Ждем. Ватники должны это услышать. Работаем потихоньку, сносим. Все, эскиз, сядь, жигитер.